Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кирове выставили на торги гостиницу «Губернская». Муниципальная гостиница не приносит доходов. Ее решили приватизировать. Продают 5 объектов с общей начальной ценой 54 миллиона рублей. Это 3 нежилых помещения гостиницы площадью почти 2500 квадратных метров, гараж и навес для машин, а также земельный участок площадью более 2000 квадратных метров. Здание построено более 100 лет назад и является памятником архитектуры. Покупатель будет обязан следить за его состоянием, что будет прописано в договоре. Программа «Экономика». Власти готовят проект реконструкции здания аэропорта в Кирове. Работы планируется привести в 2022 году, рассказал председатель правительства Александр Чурин. Изначально их планировали на 2020 год, однако из-за пандемии пришлось отложить. Также власти планируют улучшить дорогу до аэропорта. Сейчас на трассе на Победилово идет ремонт, а в следующем году планируется реконструкция. Дорогу хотят сделать четырехполосной с разделительной полосой, современным освещением. Экономика на 101 FM. 240 тысяч рублей заплатили кировчане за парковку на газонах и детских площадках. Наказали за нарушение за полгода в Кирове 120 человек. Таковы результаты работы административных комиссий города по рассмотрению протоколов, составленных полицией. Гораздо большую сумму штрафов выписали нарушителям покоя граждан в ночное время – более 600 тысяч рублей. На строителей наложили штрафов на 2 миллиона за нарушение сроков раскопок, отсутствие ограждений и за работу без разрешения. Более 35 миллионов рублей заплатит управляющая организация. Это наказание за несвоевременную очистку крыш от снега, очистку дворов. Также в этой сумме штрафы на бизнес за нарушение требований по содержанию внешнему виду фасадов. Экономика. Завершение курсов валют на 16 июля. Доллар прибавил 10 копеек и стоит сегодня 74 рубля 22 копейки. Евро вырос на 44 копейки до 87,83. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.